разрешите начать работу. Сегодня мы открываем юбилейную, 10-ю, общероссийскую молодежную научно-техническую конференцию «Молодежь. Техника. Космос», которая посвящена памяти выдающемуся выпускника нашего университета, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, доктора физико-математических наук Георгия Михайловича Гречко. К сожалению, год назад Георгий Михайлович ушел из жизни. Я прошу почтить его память минутой молчания. Спасибо.